Сейсмическую безопасность обсудили на научной конференции в ДГТУ. Актуальные проблемы и пути их решения пытаются найти лучшие сейсмологи России, Казахстана и Киргизии. Как строить здания в сейсмоопасной зоне? Какие превентивные меры необходимо предпринять уже сегодня? Ученые из разных стран презентовали научные доклады и провели пленарные заседания. Научный форум посвятили памяти профессора Абакара Абакарова. В честь него открыли мемориальную доску. Почтить память известного ученого собрались представители научного и профессионального сообщества. Он принимал активное участие в всероссийских и международных конференциях. Он выступал с докладами в Сочи, Краснодаре, Москве. И, в принципе, его разработки нашли практическое применение и воплощение в жизнь при строительстве домов с применением отключающихся связей и адаптированных систем сейсмозащиты. Эти работы внедряются, и, соответственно, есть регионы, где пользуются и ссылаются на его разработки.